Вторая часть мелодии называю ноты. До, до, ля, до. Это первый фрагмент. Номера пальцев. Левой руки третий, третий. Правой руки третий, левой руки третий. Далее мы используем мотив из первой темы. Самый первый наш мотив. Ре, ре, до, си, соль. Соединяем до, до, ля, до, ре, ре, до, си, соль. Дальше идет третий элемент, также из первой темы. Ля, си, до, до. Четвертый элемент тоже из первой темы. Ре, до, си, ля, си, соль. Далее следует полный повтор второй темы. До, до, ля, до, ре, ре, до, си, соль. Ля, си, до, ре, до, си, ля, соль. Во второй теме у нас меняется только самый первый элемент. Остальные все элементы, второй, третий, четвертый, в точности повторяют то, что звучало в самой первой теме. В этом варианте исполнения я использовала смешанную технику. Я играла и мелодию, и аккорды. На самом деле на кант или пятиструнном, так как всего лишь 5 нот, полноценных аккордов извлечь нельзя. Можно извлечь некие созвучия, но мы будем их называть аккорды для простоты изъяснения. Рассказываю о технологии извлечения аккордов на пятиструнном кантеле. Левая рука выполняет функцию глушение ненужных струн. Что значит ненужные струны? Это струны, которые отвечают за ноты, не входящие в данный аккорд. Мы с вами должны указательный и средний пальцы, номер 2 и номер 3, сложить в виде вилочки и приложить к струнам рядом с колками. Пальцы у нас не должны давить на струны, они должны быть только слегка приложены для того, чтобы заглушить звучание этих струн. Какие же струны мы глушим пальцами? Мы заглушаем ноту ля третьим пальцем левой руки и ноту до вторым пальцем левой руки. Таким образом, открытыми и звучащими у нас остаются три остальные струны. Это ноты соль, си и ре. Просто приложив пальчики к струнам, мы заглушили ноты ля и до. Правая рука исполняет движение большим пальцем по всем струнам кантеля. Я провожу, гладя все эти струны, пальцем делая движение вниз. Будем называть это созвучие аккордом соль, потому что основная нотка в этом аккорде, звучащая внизу, это нота соль. Следующий аккорд мы извлекаем таким же образом, но переместив левую руку на иные струны. Левой рукой, третьим пальцем мы закрываем ноту си, вторым пальцем ноту ре. Свободно звучащие остаются три других струны. Ноты соль, ля
и до. Это созвучие, или как мы договорились с вами называть это созвучие аккордом, называется аккорд до.